Итак, всем привет! По традиции, добро пожаловать в наш новый влог. Уже прошло, по сути, полдня, я сделала все дела, которые нужно было. Успела пообедать еще сейчас и хочу сделать кое-что вкусное. Решили сделать домашний Наполеон. Я не стала заморачиваться, купила готовые коржи с посыпочкой. И сейчас сделаю самый легкий крем, которым мы всегда раньше прослаивали Наполеон. Это просто сгущенка и сливочное масло. Поэтому сейчас займусь этим. Очень захотелось Наполеона, и я недавно о нем вспоминала. Сошлись на том, что нужно его приготовить сегодня, поэтому я, собственно, все уже купила. Сейчас буду делать его. Я вообще, конечно, люблю, когда он высокий, потому что здесь у нас только 5 наших коржей, и иногда я делала прям 2 пачечки, чтобы он был такой повыше, но я думаю, что мы вдвоем вряд ли съедим за пару дней такой огромный торт, поэтому я лучше сделаю на одну, и пусть он будет пониже, а потом, если нам супер понравится, я просто сделаю еще один спустя пару денечков. Не очень помню, какие пропорции нужно брать, но сегодня прочитала просто на каком-то сайте, что на банку сгущенки берут 100 грамм масла. Я ему уже дала отдохнуть и дойти до комнатной температуры, поэтому оно такое довольно мягенькое. Взяла мисочку. Не знаю, надеюсь, у меня сюда все поместится, потому что моя глубокая миска сейчас занята, а огромную я брать не хочу, поэтому пробуем в малышке. Я выкладываю сюда масло, у меня тут 20 грамм, но я уже не хочу его делить. Берем нашу сгущенку. Кстати, меня очень забавляет эта вечная война между сгущенкой из глубокого и из рогачевой. Я на самом деле привыкла к сгущенке из рогачевой, она мне нравится больше, но сегодня я взяла 2 разные просто банки, одну такую, потому что в глубокской есть пимпочка, в рогачевской нету. Ладно, хотела вам показать, но не покажу. Итак, мы заливаем сюда сгущенку. Я, наверное, начну с половины, просто чтобы начать взбивать, и у меня все не разбрызгалось. О, как это красиво. Сейчас мы это забьем. Надеюсь, что одной баночки как раз хватит на эту упаковочку коржей. Так, наш торт супер калорийный, но супер вкусный, готов. Я его сделала на доске, потому что у меня нет дома ни одной тарелки, в которую вместился бы весь торт. Но я думаю, что и так, в принципе, сойдет. Уже предвкушаю, как я буду есть его и жалеть из-за просто миллиона калорий, наверное, на 100 грамм, которые там содержатся. Но я думаю, что вкус того стоит. Так, в общем-то, с этим все. Сейчас мне осталось только убрать кухню, потому что после меня тут просто хаос. И, наконец-то, пойду сяду поработаю, потому что мне предстоит очень много всего монтировать. Погружусь полностью в свой монтаж. И я думаю, что буду заниматься этим до конца дня, скорее всего. Итак, всем доброе утро. Как видите, я уже тут навожу свои макияжи. Сегодня у меня полностью рабочий день, потому что я очень сильно запоздала со своим новым видео. Оно должно выйти завтра, но я только в самом начале своего монтажа, поэтому я даже не знаю, успею ли я. Причем я уже сбила весь график, я до этого публиковала видео по средам. Мне, в принципе, очень понравился этот день, такой среди недели. И вроде, несмотря на то, что это будний день, просмотры набираются, как обычно. Но вот последнее видео из-за того, что мы ездили в домик, я выпустила в пятницу. И это хотела тоже выпустить завтра в пятницу, но не знаю, получится ли. И, кстати, скажите, какой день вам больше всего нравится для публикаций. Я раньше публиковала их в воскресенье, потом вот у меня была среда, потом пятница, но пятница как-то мне самой не очень нравится. Пока для меня была идеальна среда, скажите, в какой день вам удобнее смотреть видео. Вообще, я в последнее время опаздываю со своими видео по одной важной причине, о которой я вам расскажу уже совсем скоро. И, честно говоря, мне самой не терпится поделиться этим. Но я хочу выждать идеальный момент для этого, поэтому узнаете чуть-чуть попозже. Я сегодня решила сходить в кофейню, потому что дома работать прям нон-стоп целый день я не могу, меня все отвлекает вокруг, и я решила немного проветриться и сходить, совместить приятное с полезным. И вообще я надеялась на то, что я перед кофейней еще смогу прогуляться, так как вчера был просто супер красивый день. Я надеялась, что сегодня будет такой же солнечный весенний день, но, к сожалению, сегодня пасмурно, поэтому я думаю, обойдемся без прогулки и сразу же пойдем в кофейню. Так, я хотела нарисовать свои стрелочки тенями, как обычно, но как-то я ленюсь. Я уже, конечно, очень мечтаю о том, чтобы у всех кофеен и ресторанов открылись летние террасы, потому что это, мне кажется, лучшее, что есть в городе летом. Поэтому я уже вовсю предвкушаю весну со всеми ее приятными моментами, которые мы так ждем. Кстати, хочу поделиться с вами одним интересным моментом. В общем, вчера на йоге ко мне подошла девушка и сказала, что смотрит мои видео, что они ей очень нравятся. В общем, это был первый раз, когда ко мне кто-то подошел вживую после просмотра моих видео. И я, кстати, передаю вам привет. К сожалению, я сама так переволновалась, что даже не спросила, как вас зовут. В общем, скажу, что это одновременно и очень приятный, и очень волнительный и стеснительный момент, потому что я не ожидала, что ко мне сейчас может кто-то подойти вживую, где-то вот просто в городе или на йоге. И, в общем, спасибо большое, что подошли. Для меня это, наверное, стало таким подтверждением, что меня смотрят реальные люди, потому что получать комментарии онлайн — это одно, и ты как-то все равно не можешь, наверное, поверить до конца, что это пишут тебе, и это пишут реальные люди. И совсем другое — встретить кого-то вживую и понять, что вот он человек, который тебя смотрит, который с тобой находится по ту сторону экрана. В общем, это было очень-очень приятно. И я даже вспомнила момент, когда однажды я поехала в Москву несколько лет назад и встретила там девушку-блогера, за которой я тогда следила. Это Даша Центр, возможно, многие из вас ее тоже знают, она тоже белоруска и вела раньше свой YouTube. И я помню, обожала просто ее YouTube-канал. И когда я ее увидела в Москве возле парка Горького, я так растерялась. И, наверное, если бы другая девушка не подошла к ней для того, чтобы сфотографироваться, я бы сама не решилась подойти. И помню, что я к ней подходила, и у меня настолько тряслись коленки и руки. Я даже не знаю почему, но как будто ты увидел кого-то, в чье существование ты верил, вот тоже только онлайн. И тут бам, и ты видишь этого человека вживую. Но вот вчера я поняла, что волнуются не только те люди, которые решаются подойти и сказать что-то человеку, но и сам человек, к которому подходят. В общем, это было очень интересное и важное событие для меня, потому что, повторюсь, это у меня вот произошло впервые. В общем-то, вот такие у меня интересные новости. Так, ну с макияжем мы тоже закончили, поэтому я сейчас буду собираться и выезжать, скорее всего, в кофейню. Возможно, ко мне еще присоединится моя подружка, поэтому не знаю, насколько работа сегодня будет продуктивной, но держим наши кулачки, что все пройдет хорошо. И, возможно, я завтра все-таки выпущу этот влог. совсем недавно вернулась домой, и сегодня решили заказать доставку на ужин, потому что у меня в приоритете монтаж, и я решила не отвлекаться лишний раз на готовку. Хотя мы в последнее время не очень любим доставочки, все-таки любим домашнюю еду, но бывают вот такие денечки, когда хочется все-таки максимальное количество времени посвятить работе и своим делам. Что я заказала для себя? Я заказала фунчозу с креветками. Нам очень захотелось азиатской кухни и именно лапши, поэтому я посмотрела, что есть в меню, и выбрала самое низкокалорийное, что там было, а именно фунчозу с креветками. Так она у нас выглядит. Тут всего, кстати, 90 с чем-то калорий на 100 грамм, поэтому я считаю, что очень хорошее блюдо, особенно для ужина. И порция выходит где-то на 300 калорий, поэтому прям сейчас ее попробую. Это, кстати, Виллидж. Любим лапшу больше всего у них. И обычно мы кушаем удон с курочкой. Но вот сегодня я решила что-то новенькое попробовать. Я думаю, начнем с креветки. Хорошая, прям сочненькая такая. Очень вкусно. На обед я съела только салат с лососем и печеньку, поэтому я уже прям довольно сильно голодная. Заканчиваю, в общем, свою лапшу. Веду пирожка на прогулочку и пойду на растяжку. Сегодня у меня очень поздняя растяжка, она начинается только в 8 вечера. Я не очень люблю поздние тренировки, но растяжку ведет девушка, у которой я очень давно не была, но я очень люблю ее как тренера. Она вот одна из двух моих любимых девочек на растяжке, и к одной мы ходим каждое воскресенье. У нее, в принципе, удобный график, а вот у второй девочки не очень удобный, она почти всегда ведет растяжку только поздно вечером, поэтому я решила, что один раз за долгое время можно пожертвовать своим режимом и сходить на растяжку в 8 вечера, потому что я уже, правда, соскучилась по ее тренировкам, так что скоро пойдем с вами на растяжечку. Всем привет! У нас уже время обеда, я только что вернулась из магазина, раскладываю свои продукты. Сегодня у меня полностью рабочий день, я все еще сижу за монтажом и уже немножко проголодалась, поэтому нужно что-то придумать на обед. И, в общем, мне сегодня совсем не захотелось заморачиваться, поэтому я увидела в магазине набор зелени, решила сделать все тот же Цезарь. Извините меня, я понимаю, что я уже и вам надоела, и самой себе надоела с ним, наверное, но это было самое легкое из всех моих вариантов. Поэтому я купила тут наборы зелени, курочку, купила единственный пармезан, который был в магазине, взяла чиабату для того, чтобы сделать сухари. Свои любимые зеленые бананы, я ем их только такими, я не ем желтые, я ем вот такие зеленоватые. Взяла пару апельсинчиков на вечер и взяла один авокадо. Мне в последнее время очень сильно не везет с авокадо. Я думаю, вы видели, что они у меня такие не очень счастливые были на последних завтраках. Не знаю, где найти хороший. Спелых, к сожалению, у нас хороших нет, поэтому я покупаю всегда еще такие твердые, кладу их в темное место дозревать, потому что они в холодильнике не дозревают. Но большинство из них почему-то, еще не успев дозреть, начинают портиться. Я еще пересматривала свои сохраненные истории в разделе «Завтраки» у себя в Инстаграм, и я смотрю, что у меня там почти везде такие красивые авокадо лежат в тарелках, и я даже сама в шоке, не понимаю, откуда я их тогда брала, но вот сейчас, к сожалению, не везет, не знаю, дала вот шанс этому, он тоже прям супер твердый еще, но скрестим пальчики. Так что будем готовить обед. Потом обязательно еще сделаем чаек с Наполеоном. Он получился очень вкусным. И я отрезаю себе кусок, и потом просто борюсь с желанием, чтобы не отрезать себе еще один. И перед вами, кстати, Настя, которая пытается похудеть, так как набрала лишние пару килограммов за последнее время. Ну вот так я и худею, ем наполеончики. Если нет Наполеона, я ем сырки. Я не знаю, что с этим делать, не знаю, как избавиться от этой тяги к сладкому. Но это моя самая большая проблема. Мне кажется, я, если набираю, то набираю всегда только из-за сладкого. Ладно, будем готовить салат. Надеюсь, что сделаю это быстро, потому что хочется все-таки сегодня закончить свое видео или хотя бы почти закончить. тренировки приняла душ, сейчас хочу сделать масочку. Перед этим, естественно, мы тонизируем нашу кожу. Сегодня у меня была силовая тренировка, я уже давно не была на ней. То я проспала один раз, то еще по какой-то причине я не была. В общем, сегодня наконец-то... Ой! Так, держитесь. В общем, сегодня я наконец-то добралась до тренировки. Заранее извиняюсь за эхо, которое здесь может быть. Сегодня хотим поехать с друзьями покушать бургеров на нашей любимой Октябрьской. Но перед этим мне нужно выложить свое видео, которое я еще не доделала. Я сегодня перед тренировкой словила такой хороший поток и делала музыку, но потом мне нужно было уже выходить, поэтому я его не доделала. Так, сейчас я пытаюсь разобраться с этим штативом. Буду этим заниматься сейчас. Надеюсь, что успею. И через пару часиков мы выезжаем уже вместе с друзьями на нашу прогулку вместе с поеданием бургеров. Сегодня хочу сделать маску Power Nap, которую я давно хотела попробовать. Так, у нас тут две отдельные части этой маски. Маска пахнет йогуртом со вкусом персика. Когда-то это был мой любимый йогурт, и она пахнет именно так. Очень приятная. Все-таки в гидрогелевых масках есть своя прелесть. Они идеально наносятся по сравнению со многими тканевыми. Я, конечно, не знаю, насколько у них отличаются свойства по увлажнению. Так, ну что, масочку нанесли. Выглядит очень даже симпатично. И сейчас идем работать и отправимся с вами за бургерами. Остатки нанесем на шею. Мы уже дома. Сейчас почти 7 вечера. Я думаю, насчет какого-то легкого ужина, так как бургер в обед был очень сытным, поэтому не скажу, что я прям супер голодная. Но я знаю, что я, скорее всего, проголодаюсь чуть позже, поэтому мне нужно обязательно чем-то поужинать. Хочу сделать легкий тост просто с помидорками черри. Я достала из морозилки свой прекрасный хлеб компань из Бробейкери, который я заблаговременно нарезаю и замораживаю. Поэтому сейчас засуну его просто в тостер, сделаю сам тост с помидорками, и я думаю, что сделаю просто большую тарелку салата, причем это будет просто микс зелени, заправленный бальзамическим уксусом, оливковым маслом и, возможно, немножечко соли и перца туда добавлю. Сегодня был просто чудесный день, красивый, весенний, по-настоящему я почувствовала, что уже приближается теплое времечко. Впервые надела свой тренч. Для меня тренч всегда означает, что весна уже пришла. В общем, обожаю прогулки под солнышком. Это пирожок там копает. Поэтому да, сейчас сделаю легкий ужин. И я думаю, что остаток вечера буду просто отдыхать. Последние 2 или 3 дня я провела полностью в компьютере, поэтому хочу уже немножечко отдохнуть и выдохнуть. Так что, возможно, включу себе какой-то фильм. Я давно хотела пересмотреть фильм, который называется, если я не ошибаюсь, «Джули и Джулия. Рецепты семейного счастья», что-то такое. Он очень приятный, кстати, про готовку. А я обожаю фильмы, которые связаны как-то с едой, с атмосферной картинкой. В общем, это прям мой жанр. Так что вот такой у нас получился день. И я думаю, что сегодня завершим этот влог, так как завтра мы будем заняты работой целый день. Но для вас еще будет процесс приготовления моего легкого ужина. Поэтому на этом видео для вас еще не заканчивается. Как всегда, спасибо большое, что посмотрели. Надеюсь, что все-таки восстановлю свой график публикации видео на YouTube. Подписывайтесь на меня в Instagram и в TikTok. Ссылочки всегда у меня находятся в описании. И спасибо за поддержку здесь. Для меня она очень важна, я это очень-очень ценю. В общем, на этом почти все. И пока-пока.